вас поздравляю с победой, с выходом в плей-офф. Матч получился достаточно упорный. Я сейчас слышала, что вы говорите, что матч с Аргоном один из сложнейших вообще, который вы играли. Что скажете по поводу матча? Ну, команда «Аргон» очень хорошо выложилась во время матча. Они молодые, сделали ставку на скорость, катались, заставляли нас бегать. Мы очень быстро уставали. У нас две неравноценные относительно четверки, и у нас были поэтому свои проблемы. Когда вы вели со счетом 4-2, то есть у вас было плюс 2, складывалось впечатление, что, может быть, и не будет разгрома, ну, то есть не будет большого разрыва в мячах, но вы сможете додержать уверенно свое преимущество. В чем ваша проблема, что случилось, что вот такая пожарная концовка? Ну да, действительно, повели в 2 мяча, поверили, что можем забить еще. Сзади более-менее у команды хорошо получалось. Ну, наверное, поспешили с заменами. Надо было все-таки ту четверку, которая забивала, у которой игра получилась, не менять. Сделали сменку, команда соперника перестроилась, взяла инициативу в свои руки и сравняла счет, из-за чего получилась такая нервная концовка. Выиграли вы с преимуществом в один мяч, то есть, да, решающий гол на вашем счету, но можете ли сказать, что решающим фактором стало то, что ваш голкипер отбил 10-метровый? Да, конечно. Никита нас уже третий матч подряд на групповом этапе тащит. Большое ему спасибо за игру с «Союзом». Очень удивительно, что он не попал в символическую сборную, проведя такой матч. Да, он вытащил 10-метровый. Команда «Аргон», к нашему удивлению, побежала вперед забивать, хотя ничейный результат их устраивал. Они ошиблись сзади, мы его реализовали, поэтому мы проходим дальше. Если говорить о плей-офф, вам предпочтительнее, скажем так, соперник полегче на начальных этапах или же попасть на какую-то мощную банду, чтобы сразу проверить свои силы? Да, с нашей игрой все-таки нам нужно всех полегче, хоть до финального игры. Ну. Не знаю, как бы все равно, если даже попадет сначала команда полегче, потом будет сложнее. Как бы любую игру нужно выигрывать, каждый соперник может преподнести сюрприз. А есть планы вообще на плей-офф, как далеко хотите зайти? Как сможем, так и зайдем, как бы особо никаких планов не строили. Ну, заявлялись на турнир как бы своей молодой бандой, со своими старыми друзьями. Мы не были уверены, что даже получится из группы выйти, но вышли, пройдем дальше, будем до максимального результата стараться и выкладываться на играх. Хорошо.